3 декабря в российском обществе отмечают и День юриста. Это профессиональный праздник судей, судебных приставов, прокуроров, адвокатов, сотрудников внутренних дел и всех, кто имеет отношение к юриспруденции. В Ненецком округе к этому дню проводят конкурсы профессионального мастерства и отмечают тех, кто предан не только своей работе, но и спорту. Накануне Дня юриста в суде Ненецкого округа определили лучшего секретаря судебного заседания и помощника судьи. Конкурсанты должны были решить тесты и практические задания. Кроме этого, секретари писали диктант, а помощники судей составляли процессуальный документ. Победителем в первом конкурсе стала Мария Корзова, представитель Ненецкого суда. А приз за первое место в конкурсе среди помощников ушел в Нарьян-Амарский городской суд. Второе и третье места остались за представителями окружного суда. Ольга Коновалова стала лауреатом второй степени. В городском суде практики больше, и дел больше намного вот, это рассматриваемых. У нас дел намного как бы меньше, и практики меньше, поэтому я считаю, что первое место достойно занял городской суд. В этот день награды и благодарности получили и те, кто защищает честь окружного суда в спортивных состязаниях. На ежегодном турнире по волейболу, посвященному Дню юриста, ненецкие служители Фемиды заняли 3-е место. В профессиональный праздник никто не остался без подарка. Каждый работник получил денежную премию и аплодисменты коллег. Проблемы в повседневной деятельности, они встречаются, они есть, и были, и будут. Но все-таки, я думаю, у судов будущее самое перспективное. Без судебной системы в нормальном правовом государстве жить нельзя никак. Поэтому суды будут развиваться. За текущий год наш суд работал очень хорошо. Судебные решения нашего окружного суда не были предметом отмены вышестоящих судов. Поэтому я горжусь за наш коллектив. Полагаю, что мы и в будущем будем держать нашу марку и являться одним из лучших судов Российской Федерации. Сегодня принимают поздравления не только представители судебной системы, но и все юристы. Сейчас они обеспечивают законность работы предприятий, организаций, органов власти, адвокатских палат и других сфер жизни нашего государства. Алена Валей, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».